Осенняя призывная кампания в Якутии пройдет на неделю позже из-за ремонта здания республиканского сборного пункта. Сейчас здесь идут ремонтные работы. Новый обновленный сборный пункт откроет свои двери 15 октября текущего года. Так, военкоматы Якутии в рамках осенней призывной кампании отправят служить около 1500 жителей республики. Первых призывников отправят войска в третьей декаде октября. Массовая отправка начнется 15 ноября. Как отметили в военном комиссариате республики, 99% призывников будут служить в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. В принципе, к мероприятиям призыва мы готовы. Призыв идет. Уже порядка 160 человек призваны. 100 из них это город Якутск призвал по состоянию на эту неделю. Ближайшая отправка будет с 24 на 25 число октября. 18 числа мы уже начнем собирать людей, начнем уже медицинскую комиссию на сборном пункте.